Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Вітебськ». Всім добрий вечір. Так само тебе вітаю. Вітаю, Ваня. Сьогодні у нас четвер. Так, і це такий день, Такий день у історії. Так. Історичний день, справді, ми протягуємо наші телевізійні курси по історії Вітебщини. Ми вже давно вийшли поза межі тільки Вітебська, тому сьогодні у нас, до речі, буде вже Вітебська область, Сенінський район. А ось так. І з гісториками, яких ви добре ведаєте, і навіть ми так розрекламували, розпіарили гэтых людей, больш за себе навіть. Ось. Але ўсё ж таки ми так само маємо магчымасць, як гэта, пропампаваць наші скілы по гісторыі, тому... Рыхтаваўся ж. Ну ось, будзем пачынаць сёння нашу сустрэчу і пра Сенішчыну пойдзе размова. Так, так, пачынаем. А у нашей студии усім вядомый Дзяніс Юрчак, кандидат гістарычных навук, доцент, і ўжо таксама такі сталы гость наших сустрэч, гэта Александр Барановскі, загадчык аддзела навуковай інфармацыйнай работы Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. І вядома, кандидат гістарычных навук. Добрый вечер. Добрый вечер. До нас Александр прыехаў не з пустымі рукамі, а з кніжкамі. Выйшлі дзве новыя, і мы, ну, наколькі ведаем, яшчэ трэця на падыходзе ўжо. Вось-вось, так? Так. Ёсць такая сакрэтная інфармацыя. Александр дарэмна час не вабіць. Ну, так, так, ён не губляе, але хоць кнігі прывёз Александр, але традыцыйна зноў будзе пачынаць і сягаць у глыбіні гісторыі Дзяніс Валерыевіч. Я так разумею. Са старажытнасці пачынаць. Ну, як? Першыя хома сапіэнс з'явіліся. Вядома, не з сучаснасці, напэўна. Ну, не будем казать, когда первые Homo sapiens появились на Сенишине. Хочется все ж таки акцентовать увагу на то, что сегодня Александр приехал до нас. И это приклад, скажем так, сам Александр является прикладом любови до своей малой родимы, потому что от Полоска начался свет белорусов, але у каждого все равно есть своя малая родима, куда им кнется сердце, куда за все приемно вертаться. И вот Александр... Мы уже под час наших вандровок по области, паусюль, чули, куда не приедешь, что это центр сусвету. Полоцк – центр сусвету, Сяно – центр сусвету, Мёры – усё центр сусвету. Адтуль пачаўся свет. Ну, вось Александр не затрымаўся на Сенішчыне, а апынуўся ў сталіцы нашай рэспублікі, ў інстытуце гісторыі тым больш. Але, як паказвае практыка, яго не адпускае Сенішчына. Таму толькі за гэты год у нас ёсць пра што казаць. Сапраўды два сур'ёзных выдання. Адно выданне, канешне, калектыўнае. Гэта выннік плённай работы. Гэта мы зараз скажам пра розных людзей. Кнігу «Сенінскі край. Гісторыка-культурная спадчына рэгіёна». Гэта канферэнцыя, якая праводзіцца, ладзіцца Інстытутам гісторыі. Вось у мінулым годзе яна адбылася ў Сенінскім раёне. Я думаю, Александр зараз можа больш падрабязна акцэнтаваць увагу якраз на гэтым выданні, на самой серыі. Да. Ну, мне вельмі прыемна, што ў чарговы раз у эфіры мы абмяркоўваем маю бацькаўшчыну, майму радзіму і мой непасрэдны цэнтр сусвета, гэта Сеніншчыну. Сапраўды, пачнём, напэўна, з канферэнцыі. 1-2 ліпеня у Сяно ў мінулым годзе, 22-м, адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Сенінскі край. Гісторыка-культурная спадчына рэгіёна». Мы бачылі фотаздымкі, там было шмат людзей. Усе знаёмыя нам. Ну, амаль усе. Ну, амаль усе. Да. Вось, у нас, дарэчы, ёсць гэта здымкі. Это вось здымак удзельнікаў канферэнцыі падчас наведвання сядзібы Свяцкіх у Полымі, а ў версіі здымак это непасрэдна удзельнікі ўжо ў Сяно. Александр, ну з вамі зразумела, для вас гэта радзіма. А што гэтых людзей туды прывяло, як яны там апынуліся? Ну,
Треба ж было провести працу, так. Заохватить людей, потлумачить им, что это такая уникальная возможность приехать на Сенечину, покинуть, скажем так, свои успамины, сделать артикул, а потом, скажем так, это будет потрапить у аналы истории, и все будут сказать, это вот мы же были на Сенечине, а Сенечина это ж ух. Мы так само были на Сенечине. Да. А мы можем сказать, что Сенечина это ух? Конечно. А можем. Тут увогуле треба акцентовать, что это серая конференция, которая проводится институтом истории в разных регионах, и это своеобразный способ собрать тех, кто занимается учением того или иного региона, те, кто жадал бы заняться, может, без конференции не занялся, але тут есть возможность публиковать той материал, который уже назапашен раней. И по сутности это спроба аккумулировать и объединять то, что назапашено, то, что знойдено доследчиками, аккумулировать, а главное выдать. Тому институт истории робить великую справу, и то, что у нас отбылось вот где-то на Сенечине, это черговый значный крок для истории региона. Зараз можно просто брать, гортать и глядеть те эти иные важные аспекты, которые адлюстрованы у працах доследчиков. Да, институт истории саправды робить великую справу относно организации региональных конференций. И вот в этом году мой отдел, который я изначально занимался консервационной работой, он организовал конференцию в Толочине. Она отбудется 15-16 червня. Анонсую, она будет совместно с организована совместно с Толочинским райвенкамом. Что тычется непосредственно Сенинской конференции, то она так само была организована при подтримстве и уделе Сенинского райвенкама. Вот, и они вельми так добро нас примали, хлебосольно. Удельники конференции, я думаю, они были задоволены. Вось, это... Конечно, уже... поглядите, все задоволены. Да, да, с дымок. Это вось удельники, одна из удельников у Полымя. Подчас экскурсии у нас была сложена экскурсия на другой день. И, ну, в уголе, вы ведаете, сам сборник, его померы, колькость это сторонок, кажет про то, что все ж таки есть запотребованность у доследованиях по Сенечине, есть и материал. Ну и в уголе... Со сместом и накладом 336 сторонок. Да, в уголе, скажем так, это первая конференция, якая отбывалась на Сенечине, потому что для Витебщины есть регионы, где, ну, где конференция, например, там Лепельский край, она уже шматгодовая, а для Сенечина это, саправды, была такая первая уникальная... Такий первый опыт. Да, первая уникальная. Меня уразила колькость людей, они, саправды, все цікавятся, те мают некие доследования, те, когось вам отрымалось захватить, как бы, подшать это доследование. Ну, так сапраўды, кагосьці захоцяць, кагосьці былі матэрыялы, но я павінен патлумачыць, што ўвогуле было 50 удзельнікаў. Падалі свае даклады, там ці сумесныя, і гэта ўвогуле карта Беларусі. Гэта зразумела Віцебщына, гэта Віцебск, гэта Полоцк, гэта Лёзна, Сянно, гэта Мінск, Гомель. Вось, іншыя рэгіёны Беларусі. Таму гэта было прадстаўніцтва не толькі Віцебщыны, але адзін, я таксама хачу выказаць удзячнасць і супрацоўнікам Інстытута гісторыі, якія падтрымалі мяне, даслалі свае матэрыялы, а таксама Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці. Сапраўды, шматлікае было прадстаўніцтва архівістаў, я вельмі удзячны. Я ўжо бачу тут таксама сярод аўтараў артыкулаў і Светлана Мясаедова, і Владзімір Каханка, і Карпекін Константин, да. Так само. Все знакомые имена. Присутничает. Да, тут и Антон Никифорович Чупатов, тому с правды великое такое представительство историков, архивистов, журналистов. Были, до речи, и уродженцы. Вось, удзельнічалі конференции. Ну, сам. А як это все выглядало? Як это все выглядало? Забрались в одно место и нечто обмерковывали, те кожны рабіў некий доклад, потом гуляли. Для кого это цікаво, в уголе? Только краязнаўцам и навуковцам? Мясцовым так само. Ну, я повинен сказать, что конференция почалася с пленарного посяджения. И подчас гэтага посяджения было подписано пагадненне супрацоўніцтве поміж Институтом истории Сенінскім райвыканкамам. И у нас вот есть здымак, можно побачить, где старшиня райвыканкама и директор института истории, они подписывают погоднение. Там мы это в початку этого пути. Так, добро. А вот я гляжу, тут так само вельми цікавые назвы артикулов.
Ну, я так розумію, що укладальник зборника ви непосередньо. Так. Люди самі досилали, чи ви, ну, не контактували? Ну, наприклад, ось Миколай Васильович Пивовар. Вельми цікавая назва артикула, Вань, ти однозначно зацініш. Махчимые magic places. О. Перспективные кропки роста, росту внутреннего туризма у Сенінським районі. Что TikTok с людьми робить? Ну, вы ведаете, у нас на другий день был круглый стол, который был присвячен туристическому потенциалу Сенічня, потому что на сегодняшний момент Сенінський район, он не привабный для шматликих туристических фирм, которые занимаются организацией внутреннего туризма. Але нам есть чем гонориться, что показать. И, до речи, ось наше подорожье, которое было совместно с вами изладжено у наведывания этой вёски, ну, городка Полымя, это потому это подтверждает. И тому это был доклад, который был сделан под час круглого стола, на котором были подмечены разные аспекты. Але, коли казать у Вогули про организацию конференции, то казалось, спочатку было пленарное посяджение, где вынесли такие были топовые доклады. Ну, по-перше, это доклады, присвеченные археологии. Вот Максим Михайлович Чернявский, наш сотрудник Института истории, и он рассказывал про перспективы доследования першобытных торфяниковых поселищ на территории Сенічни. Это вельми интересные археологические помники, которые имеют уникальный характер. Вот Денис Валерьевич даже может подмацывать мои слова, скажем так. Ну, на конт уникальности, саправды, это уникальные помники. И Витебщины, на Витебщине тут есть чем гонориться, потому что у нас вот это торфянниковое поселение, они, по-перше, вельми добро заховывают то, что там есть. Это костяные вырубы, это вырубы часом и древа, и из других материалов, потому что торф, он консервует это все на тысячи годов. И мы можем сказать, что у нас с каменного века доходят уникальные речи, которые старейшие за те ж старожитную египетскую, например, цивилизацию, у нас это есть. Конечно, мы краху не на той стадии развития находились, але там Чернявский, до речи, когда выступал, он как раз вертал увагу вогуле на уникум, когда за, на протягу нескольких тысяч годов уровень воды у реках и у озерах несколько раз повышался и понижался. Это вельми уплывало на то, где жили люди, на узбережье озер. А были это болоты сучасные, это были и озера, которые были заселены старожитными жихарами Сенінщини, и там и Бешанковицкий район, как раз на мяжи, где это все находится, где уникальные помники. И тому доследчики, по-перше, могут бачить, как изменялся климат, как изменялся уровень воды, как это уплывало на життё людей. И плюс уникальные артефакты, которые шмат знаходят. Нездарма у нас в державном списке и объекты на территории Сенічни, это Галовск той же, и Кривинский торфянник, это уже Бешанковичу, и Красный мяжи. Плюс у нас подобные же объекты зараз уже и на Лепельщине фиксуются, на что звертает увагу Институт истории, когда мы не просто можем гонориться градищами Днепродзвинской культуры, там, эти курганы Микровичов, у нас есть вельми старожитные объекты, которые относятся ци до каменного века, ци до бронзового века. И это все уникальное. Уникальное у тем, что на территории Беларуси, может, даже на территории Восточной Европы не так шмат знайдешь подобных объектов с такой ступенью захованности и невыученности. Поэтому это клондайк для доследчиков, которые занимаются как раз выучением истории старожитности. Еще дарами железного века. Ну и вот, коли вогуле казать археологии, то еще есть вельми такой цікавый доклад у сборнику. Это присвечены вогуле археологическим доследованиям, починаючи с середины 19-го стагодия и до 21-го стагодия. Ось, до речи, у этот артикул потрапили раскопки, которые были зроблены под керавництвом Ивана Владимировича Спирина на городище Старая Белица. И у нас есть здымок, ось, удельнику удельника этих раскопок. Это раскопки вось отбылись летом 22-го года. Вось. Это то и городище, куда мы так само поднимались. Да. Вельми маляуниче, вельми такое характерное, но про это, оказывается, культурный слой там не такой великий. Я просто помню, что оно выглядело иначе, все, зараз вспомню про что. Там такая ямина. Да. Ну, коли казать, вот еще протягиваю тему пленарного посяджения, то такие, скажем так, доклад мной был подрихтованный.
Доклад я лічу вельмі важны. Это ён быў, я рабіў на ўім акцэнт, што ўсё ж такі датай заснавання Богушэўска з'яўляецца 1902 год, а не як зараз прынята 1879 год. Таму што гэта дата нічым не пацверджана, яна толькі грунтуецца на падставе двух артыкулаў, якія былі апублікаваны ў раённай газеце. Падрабязна гэта можна пазнаёміцца ў зборніку, пачытаць, але это таксама вельмі важна. І таму на пленарнае пасяджэнне былі вынесены такія вельмі важныя, актуальныя артыкулы, якіх мы хацелі звярнуць увагу і грамадскасці, і мясцовых улад, нешта падкрэсліць. Таксама прагучаў даклад, прысвечаны Петру Мироновичу Машэраву, выбітнаму і беларусу, і нашаму земляку. А потым праца канферэнцыі была налажана па трох напрамках, секцыях. Дарэчы, вось у зборніку так кожная секцыя прадстаўлена артыкуламі, і мы ўжо працавалі ў рамках секцыйных пасяджэнняў, але трэба сказаць, што я вельмі задаволены вынікам працы канферэнцыі і тымі артыкуламі, публікацыямі. Таму што, напрыклад, Валерыем Пазняковым у навуковае абрачэнне быў уведзены дакумент. Згодна, ну, гэта дакумент аб набыцці Львом Сапегам сяно і Мішанковіч. І на адваротнай старане зборніка ён прадстаўлены таксама. Вось гэта. Да. Это вось гэта частка гэтага дакумента. Вось так. А частка дакумента. Вось. Да, да, да. Вось гэта тэкст. Зараз пакажам. Да, гэта маецца на ўвазе, што кароль польскі, вялікі князь літоўскі Жыгмунд III зацвярджае продажны ліст ад 6 лістапада 1630 года, вось ад набыцці Львом Сапегам маёнтку Бішанковічы і сяно. Вось, гэта сапраўды вельмі такі важны і унікальны. І вось мы згадывалі Святлану Мясаедову. Я таксама, мне прыемна, вось мы казалі пра цэнтр сусвета і майго сусвета. Вось, ну глядзіце, ну як гэта не падкрэсліць, што на сённяшні момант радзімы беларускага баскетбола з'яўляецца, зразумела, Сенічына. Вось так. Я вельмі за удзячны Светлане Мясаедовай за тое, што нас знайшла вось гэтыя дакументы. Да. А чаму? А таму што тут на сённяшні момант дакладна, значыць, пацверджана, што першая спартыўная... Першы клуб, па сути. Да, першая каманда. Каманда па баскетболу была імена вядомая на сённяшні момант. Гэта з'яўляецца сенінская каманда. Можа, у далейшым будуць выяўлены новыя дакументы, але хай аспрэчваюць. У зборніку мы гэта падкрэслілі, што на сённяшні момант сяно Сенічына радзіма беларускага баскетбола. Тут ёсць яшчэ адзін цікавы нюанс. Па сутнасці, калі праводзілася канферэнцыя, там якраз дзень у дзень былі ўгодкі стварэння гэтай каманды, калі было агучана, і ўсе зразумелі, што... А які год? Это атрымліваецца 1922. Якраз падчас канферэнцыі гэта было стагоддзе з'яўлення першай каманды, баскетбольнай каманды на тэрыторыі Беларусі, што зараз вядома. Можа, мне здавалася, што баскетбол увогуле пазней тут з'явіўся. Пазней увогуле з'явіўся ў свеце. Вось, і... Адсюль і пайшло. Дарэчы, інфармацыя была... NBA пачыналася ўсё адно. Дарэчы, на сайце Федэрацыі баскетбола гэта змешчана. Вось, і мне это прыемна. І вось, калі казаць канферэнцыя, да, вось яна для арганізоўваецца, што знаходзіць некія новыя цікавыя звесткі, раней невядомыя. Ну і, канешне, гэта вельмі мне грэе сэрца. Александр, ну мы ўжо, вось і вы таксама казалі пра турыстычны патэнцыял, і што ну, на сённяшні дзень для ўнутранага турызму ну, Сенічына не такая прывабная, ну, напрыклад, як, не ведаю, там, Вань, давай накидывай там Браслушина, так Поставшина, потому что там мы не будем озера. Ну так, ну так, про то, что куда едут люди. Все одно зусім побач з Віцебском. Вот гэтыя конференции, яны не спрыяют тому, как ну больш народу доведалася про сяно, про ваш край, про той же акрыгарадок Полымі. Ну так, то что там сядзіба, на жаль, засталося. Малавата ад яе, але ўсё роўна прыгожа і шмат людзей ёсць, якім, ну, падабаюцца вось гэтыя зруйнаванні, атмасферныя фотаздымкі можна зрабіць там, фотасесіі. Вы ведаеце, сапраўды спрыяе і ўвогуле даже эфіры нашы спрыяюць людзі, потым пасля эфіру, калі эфіры выходзяць, тэлефануюць і на гэта звяртаюць увагу, але вы ведаеце, яно даже нават само сабой, калі забіваеш сацыяльную сетку, там, напрыклад, Полымя
Mm-hmm. Яно выдае шмат селфі на фоне сядзібы, шмат селфі на фоне танка Істры, усяно прысвечанай адной з найбуйнейшых танковых бітваў пад Сяно. Яно гэта, скажам так, цікава. Адзінае, што гэта адзіночкі. Краязнаўцы адзіночкі, некія турысты адзіночкі. Няма маршрута. Зразумела, што трэба у любой экскурсіі першую чаргу цікава гэта паказ. А потым ужо, скажам так, расповед. На мой погляд, у мяне ёсць нейкая, скажам, такая свая канцэпцыя. Я лічу, што нам трэба развіваць два імені. Першае это Пётр Мёрныч Машэру, а другое это Матрона Маркевіч, аўтар узора на дзяржаўную сцягу БССР і Рэспублікі Беларусь. І таксама вось Мікалай Васільевіч Пілвар у сваім артыкулі, ён кажа, што трэба зрабіць вось гэтыя magic places. Да, акцэнт на то, што на нашым гербе, вось з гэтым выява двух коз. І зрабіць можа фестывалі там сенакашэння. Вось, і двухкось. Да, двухкось, сапраўды. Дарэчы, вось наконт двухкосся, это быў пэўны брэнд у раённай газеце «Голас Сенічына», выходзіў гэты праект пад гэтай назвай. Таму таксама. Да, сапраўды, это, дарэчы, у свой час я на гэта звярнуў увагу, і калісьці быў у мяне блог, ён так і называўся «Двухкосся», а потым гэта перайшло ў раённую газету. І можна не толькі там фестываль сенакашэння, але там пакліпаць касу. Так само, ну, вось гэта падвучыцца. Да. Не толькі касу можна ўзяць, больш старажытныя прылады працы зрабіць і ўсё прадэманстраваць. Ёсць. Было б добра, калі б зрабіць это музей Машэрава ўсё адно. Зразумела, што проста турыстычна немажліва аб'ехаць там і зрабіць на радзіме, да? Але калі б усё адно, і тым больш, што захаваўся дом, ён быў перанесены, зразумела. Але дом захаваўся, сруб. Вось, і можна было б гэта сруб перанесці ўсё адно і арганізаваць дом музея Машэрава. Ну вось, Мікалай Васільевіч пазначыў тут 37 пунктаў, дарэчы. І ўлічваючы, што недалёка ад Віцебска, ну ці магчыма за дзень вось аб'ехаць, ну, большасць з гэтых аб'ектаў, якія прапанаваныя вось сярод гэтых чароўных мясцін. Калі толькі селфі зрабіць і ехаць далей. Да, тут пытанне ў тым, што ўсё ж такі это цяжка. Вось. І таму, ну, цяжка некалькі глядзіце. Тут справа ў чым, што, ну, удзельнікі ў асноўным навукоўцы, як і вы. І калі навуковец пачынае праводзіць экскурсію, гэта заўжды доўга. А экскурсавод, ну, ён павінен выцягнуць самае-самае цікавае, каб не, ну, не напружваць людзей. Вы ведаеце, мы калі ехалі, это на другі дзень экскурсія вот у нас была ў Полымі, так? То вось іменна на шляху да Полымя. Там шмат аб'ектаў цікавых, і тое ж самае Гарадзішча знаходзіцца, а таксама месца нараджэння героя Савецкага Саюза, наркамаў месца. І таму я таксама распавідаў. Таму вось невялікі кавалачак, але шмат чаго паглядзець на гэтым шляху. Тое ж самае паганскае капішча, дарэчы, это ў Бочарове, якое адноўлена. Это таксама цікава. Там ёсць і фалічны сімвал, які, калі, скажам так, да яго звярнуцца, ён абяцае ў пладавітасцю сям'і. Таму гэта таксама можна. Васіліч піша. Таксама можна. Ён такі лясы ведае, magic places. Але яму гэта так. Але казаць пра ўвогуле турыстычную вось это привлекательность, то можно сказать про то, что сборник уже поступил у центральной крыгарни и Витебска, и Минска. Можно набыть, познаёміцца і паехаць. Да. Ну, так. Тут вялікі плюс яшчэ зборнік можа быць цікавы і супрацоўнікам музею, і самім экскурсаводам, таму што ён сапраўды па-першае даступны ў бібліятэках. А калі ён яшчэ будзе у электроннай версіі даступны, гэта яшчэ больш папулярызацыя ўсяго. А яшчэ наконт канферэнцыі ўсё ж такі для развіцця турызму важна не толькі папулярызаваць, заклікаць, важна яшчэ і сабрацца, напрыклад, і абмеркаваць на ўзроўні, таму што прысутнічалі кіраўніцтва райвыканкама на круглым стале і ў навукоўцы, якія займаюцца гэтым пытаннем. Таму дыялог сам па сабе вельмі карысны. Было агучана шмат цікавых момантаў. Канешне, у кагосьці ёсць больш такое
уявление, што можна зрабіць. Можна шмат якіх музеяў пабудаваць, можна шмат чаго. Пытанне за чый кошт і колькі гэта ўсё будзе каштаць. І хто туды паедзе. Хто туды паедзе. Тут уже вось якраз ёсць ініцыятыва, ёсць прапанова. З другого боку ёсць тыя, хто, як кажуць, ад зямлі, хто разумее, наколькі фінансава што магчыма, што можна рэалізаваць з найменшымі затратамі, дзе трэба шукаць спонсара і дзе рэальна перадаць, напрыклад, які-небудзь рэалізаваць інвестыцыйны праект. Таму такія дыялогі самі па сабе якраз у межах конференции, они вельми корыстны. Яны уже дозволяют своеасаблівы такі мозгавы штурм правесці і вызначыць асноўныя хаця б накірункі, у якіх трэба працаваць. Зразумела, што гэта можа заняць час, але з чагосьці трэба пачынаць. Вось вялікі дзякуй тут і інстытуту гісторыі, кіраўніцтву Сенінскага района за тое, што конференция адбылася. Да, сапраўды. Ну, але калі казаць пра это цікавостки, якія ёсць, то вось цікавы артыкул Константина Гуйдукова. Потому что ён увёл у навуковае абарачэнне, значит, раней невядомыя імёны. Это якая секция? Імёны – это уже послевоенная. Ага. Значит, это Иван Воронов, министр папяровой дрэваапрацоўчай промысловасці СССР. Это Віталь Плющыкаў, намеснік міністра абароннай прамысловасці СССР, Георгій Быдакоў, міністр прамысловасці будаўнічных матэрыялаў БССР. Ну і ўвогуле трэба значыць, што падчас канферэнцыі прагучала шмат дакладаў, прысвечаных уражэнцам, гэта і Машэраў, вось, гэта і іншыя вядомыя выбітныя асобы. Дзяржаўны дзеяч, дыпламаты. Што датычыцца Машэрава, мы былі ў расонах, няма паміж вамі канкурэнцыі. Яны ўсё ж такі могуць сказаць, ён наш, вы скажаце, ён ваш. Ведаеце, гэта асоба і нас сапраўды, якая аб'яўноўвае беларусаў. А потым Мінск кажа, стоп. Але хачу па шчырасці сказаць, што таксама Інстытут гісторыі ладзіў канферэнцыю з расонамі і нам была прамеркавана непасрэдна асобе Петра Міроновича Машэрава. Таму гэта добра, што імя гэта чалавека ўганаравана на Віцебшчыне. Мне вельмі прыемна, што як ставіцца да яго асобы, як святкуюцца, скажам так, юбілеі, звязаныя з яго імя. Ну і прыемна, канешна, што я сам скончыў універсітэт імя Петра Міроновича Машэрава. Так, ну, вядома, што ёсць чым і кім ганарыцца Сенінскаму району. У нас ёсць яшчэ адна кніга, але давайце спачатку паглядзім афішу і працягнем размову. Музейный проект Николая Челнокова на всю весну переехал в выставочный зал Музея истории частного коллекционирования. Заслуженный артист России представил в Витебске свою коллекцию цирковых фигурок, которую он собирал более 20 лет. Кроме экспонатов Николая Челнокова, на выставке представлены работы витебских художников Олега Захаревича, Андрея Духовникова и Сергея Сотникова. Колосовский театр 7 красовика запрошая на спектакль «Осенний рок-н-ролл» по мотивах пьесы Михаила Хейфица «Рок-н-ролл на заходе солнца». Постановка идет на камерной сцене, початок у 19:00. У Витебской областной филармонии 7 красовика вечер национального мастерства «Придвинские замалюки». Ансамбль танца, музыки и песни «Талака» подрыхтовал адмысловую программу до 80-годия утворения Витебской области. Концерт складается с хореографичных постановок и музычных нумаров, заснованных на народной творчести Придвинского края. Початок у 19:00. Працягваем знаёміцца з Сеніншчынай і з яе знакамітымі людзьмі. Ну, адзін з сучасных знакамітасцяў сенінскай зямлі Александр Барановскі у нас сёння, хто толькі што далучыўся да нас. І мы пяройдзем зараз да Дмітрыя Прышэпава. Ну, можна яшчэ ўсё ж такі звернуць увагу яшчэ на тое, што ў нас сенінскія людзі вельмі загадкавыя, і не здарма ў нас у гэтым годзе шырока святкаваўся юбілей 105-гадовая Петра Міроновича Машэрава, але пры гэтым усё ж такі па сённяшні дзень не сціхаюць спрэчкі, калі ён нарадзіўся, як гэта не дзіўна. Тое, што гэта 1918, гэта бясспрэчна, але вось дата, ёсць пытанні, у першую чаргу якраз у гісторыкаў могуць быць пытанні. У пашпарце, хучэй за ўсё, у яго стаяла дата, не хучэй за ўсё, напэўна, і стаяла, не здарма ён і святкаваў у гэты дзень. Ён святкаваў, адзначаў афіцыйна 13 лютага. Але 13 лютага 1918 года ён ніяк не мог нарадзіцца.
по одной простой причине этой даты в советском календаре не было. Мы уже звертали колись увагу на этот факт. После студеня одразу наступил день 14 лютого. Потому что в советский час, в 1918 году, как раз переходили с юлианского на григорианский календарь. И вот эти 13 дней разницы, и они и компенсировались. И отрималось, что питание, когда народился Машеру, может возникать. Але, ну, мы заходили с того, что все ж таки это был первый год советской влады, по сути. Еще борьбы с религией не было. И зрозуміло, что основные функции регистрации и иншого выполняли все ж таки священники. Потому что мать, хочей за все, пошла в церкву и запомнила эту дату. А церква не переходила. З юліанська на григоріанські, і зрозуміло, що ось отрималося так. А потім, коли видавали документи, ніхто не звернув увагу на те, що 13 лютого у календарі не було. Тому коли все ж таки переносить і орієнтуватися на 13-го, хоча й за все святкувати треба 26 лютого. Але є традиція, яка замацувалася у сім'ї, і є пашпорт, де написано. Ось такий дисонанс криху, але він возникає... А можна було два рази просто святкувати. Те ж саме з тими, хто народився 29 лютого, так? Ну, те ж саме. Більш складана ситуація. Вязунчики. Ну, ведеш, святкують. Коли казати, ну, вже... скажем так, подводить некий выник этой темы, да, особо это Машерова, треба сказать, что это не единая загадка, а загадка так само еще с прозвища, потому что сапраўды он народился, и прозвище его был Машераў, не Машер, ну, Машера, вось, а потом уже Оф по-русски, и оно додалося. Спочатку изменил прозвище ягоный брат, вось, а потом ён за братом. Але батька был Машера, и коли вось по документам, мною в свой час был выделен документ, это посвящение нараджения батьки в Национальном державном архиве в городе Орше, то ён там в этом посвящении фигурує как Машера. Тому, сапраўды, особо вельми цікавая, шмат есть публикаций. І ще, але таких серйозних публікацій істориків ще нема, тому це все напереді. Цікаво. Ну, є чим займатися. Дмитрий Прищепов, я думаю, що для більшості телеглядачів, ну і для нас так само, це прозвище, ну, скажімо так, не популярне і не доволі відоме. Але... Хоча у школьному курсі воно все ж таки по історії Білорусі зустрікається. Да. А у яким розділі зустрікається? Ну, приклад. Зустрікається. Советський період, початок. Сустракается, але все ж таки, вот мы тримаем в руках целую книгу, просвещенную человеку. Ну, Александр, ну, давайте, вам и слово. Да, давайте нагадаем нашим телеглядачам, может кто-то не глядел наш эфир, что у листопаде 2020 года был у нас эфир, просвещенный житю деятельности Дмитрия Федоровича Прищепова. После этого эфира, да, и после этого эфира протягивался сбор материалов, и в вынику появилось это выдание. Вы видите, мое знакомство с особой Прищепова отбылось праз полами Белицы. Так сталося, что именно ему належала инициатива у организации сельскохозяйственной школы, якая была там организована у 19-м годе. Цікаво, что когда я начинал, я познакомился в Державном архиве Витебской области с документом, что вот старшиня поэтового конкама Дмитрий Федорович Прищепу инициирует вот организацию этого сельскохозяйственной научной установы. Ну и расскажу Денису Валерьевичу. Он уже зараз, напевно, и не памятает про это. А он говорит, слушай, так это, может, давай поглядим, может, это самый Прищепов, который был наркомом землеобразства. Мы пошли на кафедру истории Беларуси до Анатолия Николаевича Дулова, взяли энциклопедию, открыли, а там цікаво было позначено, что он працевал наместником. То есть это мы кажем про то, что все ж таки, не глядя на то, что энциклопедия – это культурная праца, але все ж таки особо его мало доследовано. И там просто позначалось, что он працевал наместником. На самом речи он працевал старшиней вось, и узначаливал так само повятого выконка. Что тычется книги ось про Прищепова, то вы ведаете, напевно, это самая легкая книжка, якая появилась у меня. И она, скажем так, специально не писалася. Просто першапачаткова, коли я занимался историей Сенечины, отреплялося шмат документов за его подписом.
Потом, коли уже занимался диссертационным исследованием, так само шмат траплялося документов. И так сталося, что у вынику был назапашен значный комплекс. Тут додалися здымки, якія были выявлены у нашем областном краязнавчым музеі. И в выніку я зрозумел, что треба рабіць такое навуковое выданне, у яким адлюстраваць з одного боку маловядомыя сторонки жыцця Дмитра Фоменовича Прищепова, а з іншого боку, она как бы с двух частей. Первая частка – это вось нарас об жыцці і дзейнасці Дмитра Фоменовича Прищепова, а другая частка – это непосредственно его працы и его идеи, которые он використовував. А что тычется Дмитрия Фоменовича Прищепова и Сенинщины, то тут так само треба потлумачить. Ну, по-перше, он народился на территории Сенинского повета. Але зараз... Это той час, да, это коли належал Сенинский повет Могилевской губернии. И треба позначить, что ну, в сучасных административно-территориальных реалиях это Крупский район Минской области. Але его жонка Сяно и их дочка Алла так само народились у Сяно. И вот так само цікавый факт, який ранее я не згадывал, что и был мною выведен, что тестем Прищепова з'являвся апошний сенинский городский глава. Угу. То есть он керовал городом до революции. Вельми цікавый факт. А жонка его, Любова Полинарьевна Гарнакова, она была наставницей. Вот они познакомились. Ось, и потом працевали. Ну, а так само уже, как нагадать нашим телеглядачам, ну, в угле, чему такая важная особа Прищепова и цікава, чему треба вивчати его биографию, чему я занимался. Ну, по-перше, этот человек шмат зробив для Сенинщины, для ее социальной сферы. По его инициативе были открыты дитячий кинотеатр, театр имя Карла Маркса, павятовая газета стала называться «Факел». Ну, и я уже згадывал это сексплашу установу у Полами Белица. Потом он працавал у Вележи, узначаливал павятовый выканкам у Орши. А потом так сталося исторично, что он стал апошним старшинем Витебского губвыканкама. И непосредственно подпись Прищепова стоит под актом об уз'яднанні Витебщины у 24-м годе с Беларусью. И он это идею подтримливал, я про это скажу ниже. И у Вонико, видите, особо такая уникальная и цікавая. Потому что так сталося, что, зрозумело, период. Такі, что период становления советской влады, будувалася новая держава. И просто вот где б не працевал, ну, во-перше, он удельничал в Першій сусветной войне. Так? Потом бяром, калі Сяно, то ён паўдзельнічаў у стыхійным выступе чырвонаармейцаў. У савецкай гістарыграфіі гэта падавалася як паўстанне левых эсэраў. Вось, прымаў удзел у раянаванні Віцебскай губерні, будучы старшынёй, то есть пэўная тэрыторыя. Потым я кажу, што ягоная роля як старшыні Віцебскага губвыканкама. Потом его призначают у молодым узросте наркамам земляробства, ну, гэта по-сучасному министр сельской господарки. И он проводит аграрную политику под лозунгом «Беларусь – червоная дань». Потом он, скажем так, от этого отмолился. Але Дания у той час стала узором сельскохосподарчей вытворчести. Але у першиню с датской системой ведения сельской господарки он познакомился на Сенинщине. Потому что та сельская господарка, которая была наладжена Карлом Святским у Полами Белицы, и те коровники, они были побудованы на датский манер. И потому что в свой час Святский наведывал Данию, Немеччину, где выучал прогрессивные методы ведения сельской господарки. И вот у книжки я означаю, что неведомо были ли они знакомы, але первый з'явился на Сенишине напроконце 1917 года, демобилизовался с войску, а Святский з'ехал только в 18 году. А мог хучей за все, может, они навод были и особисто знакомы, да, помеж собой. Это, саправды, вельми цікавый и... Інший момент, яны вельмі добра сябравалі з Янкай Купалай. Я... Ну, калі мы памятаем, што Купала прыїжджаў у сучасны Полымі і там жыў у палацы. І я вось таксама упэўнены ў тым, што тэма Беліцы, Полымі і ўвогуле Сенінщыны неаднаразова становілася тэмай бесед і размоў паміж народным паэтам Беларусі і наркамам земляробства.
БСР? Ну, в першу чергу, якраз усе ж таки прощепив відомий більшості як наркам землеробства. Це Олександр завсёди робить акцент і правильно робить акцент на нашу локальну історію, на краєзнавчі особливості. Але ще б можна звернути увагу на те, що саправди Змітрий Прищепов гэта, у свой час був вельми перспективним керівником Народного комісаріату землеробства. Більш того, він шмат прогресивних ідей виказував, які по сьогоднішній день не губляють свою актуальність. Тому що ось гэта, наприклад, акцент на живелогадовлю, в першу чергу м'ясомолочній живелогадовлі, гэта тое, што, на што робиться акцент для регіону, для Вітебщини, в першу чергу, і зараз. Тому що видатно розуміли, що тут не самі сприяльні умови для тих же злакових культур, як гэта на повдні Білорусі. А акцент ён выйгрышны і ў той час быў, таму што гэты тавар заўсёды можна было рэалізаваць і зараз. Таму і акцент рабіўся адначасова пры ім на стварэнне сістэмы навучання, на вучэбныя установы для забеспячэння патрэб сельскай гаспадаркі. Тут можна прасачыць паралелі з утварэннем Віцебскай ветэрынарнай акадэміі сучаснай. Таму асоба Прищепова, яна вельмі шматгранная, вельмі значная. І тое, што з'явілася падобнае выданне, прычым сур'ёзнае выданне пад эмблемай Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і напісана даследчыкамі, які працуюць у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, але пры гэтым не губляе сувязь са сваёй радзімай і з тымі асобамі, якія звязаны з гэтай радзімай. Гэта, мне так здаецца, вельмі сімвалічна, знакава і вельмі значна для нашай гісторыі. Ну, хтосьці ўжо зацікавіўся гэтым выданнем? Ну, сапраўды. Зусім свеженькая, 2023 год. Да, но як месяц толькі выйшла, я кажу, што можна набыць у цэнтральных кнігарнях, як Мінска, так і Віцебска, сапраўды. Людзі пытаюцца, ну, у мяне выбаркі такой несці, наколькі там набылі. Але ось калі казаць пра месца і роля Дмітрия Фёмановича Прищепова як наркама земляробства, трэба пазначыць, што ў савецкі час яго клеймавалі як стаўленіка Сталыпіна, які як бы выступаў за хутарызацыю. Насамрэч, Дмітрий Фёмановича Прищепаў, і ў кнігі я гэта адзначаю, ён таксама не падтрымліваў эту хутарызацыю, ён выступаў за пасёлкі, за пасёлковую форму. І вельмі важна ось у чарговы раз гэта падкрэсліць, таму што ў савецкай гістарыграфіі доўгі час я кажу, што гэта вось казала, што Прищепаў, ён жа ж як Сталыпін, і калі распавідаеш там камусьці там з калег, што вось выйшла кніжка, яны кажуць: "О, так я ведаю, ж як бы за хутары быў". Я тлумачу, кажу, што не, паглядзіце, вось прывожу дакументы, што насамрэч ён быў не. Яшчэ адзін міф развенчаны. Да, ён шукаў найбольш аптымальную форму для развіцця сельскай гаспадаркі з улікам і зноў ж такі асаблівасцей, у тым ліку Віцебшчыны, калі ў нас і не толькі Віцебшчыны, ўсёй Беларусі, на фоні ўсёй, напрыклад, нават цэнтральнай часткі Расійскай імперыі, тут сельскагаспадарчае насельніцтва дамінавала, больш таго, вёскі былі перанаселены ў многім. І гэтую праблему яшчэ і Сталыпін, ён спрабаваў вырашаць сваімі спосабамі. Дмітрий Філімонавіч прапанаваў свае варыянты, але з умовамі таго, што гэта ўжо былі 20-е гады 20-га стагоддзя. І з улікам таго, што гэта ўжо быў савецкі лад, савецкі час, і адпаведна тыя рэаліі, у якія ён усё гэта ўпісваў, і з адзінай мэтай эканамічнага развіцця гэтай зямлі. Дзеля таго, што тыя, хто жыве на гэтай зямлі, маглі забяспечыць сябе, ў першую чаргу, хлебам, збожжам, мясам, малаком і гэтак далей. Ну, самым неабходным. Таму і штодзённым. Ён шукаў спосабы і накірункі развіцця сельскай гаспадаркі, каб ўсё ж такі адаптаваць яе да новых рэалій і каб яна прыносіла прыбытак і самім сялянам, і дзяржаве. Вы ведаеце, вось мы, кажу, што рабілі адмысловы эфір, да, апяць накіроўваю да яго. Я памятаю пра вось гэту сельскую гаспадарку зараз. Да, таму ўсё ж такі сёння хацеў бы даць слова самому Дмітрию Фёмановичу Прищепову, але праз тыя дакументы, якія былі, і ўспаміны, якія былі... Зараз такі вялікі шары пачынаюць. Якія былі выявлены мной у... Спектычныя сеансы у нас яшчэ не былі. Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. Вось, напрыклад, яго першае ўражанне ад БСР, калі ён пераехаў у Мінск. Всім населеннем изучаецца беларускі язык. Существует довольно значительное объединение писателей, которые дают уже новую революционную литературу. Преподавание в школе ведется только на белорусском языке. Открываются белорусские вузы. Вот, это один момент. Другие – это характеристика Янки Купалы.
Его авторитет был очень велик, как среди беспартийной интеллигенции, для которой являлся властителем дум, так и среди партийцев. Для меня лично он являлся очень большим авторитетом, и я считал его барометром белорусской интеллигенции, которая его считала своим кумиром. И вот, ведаете, еще такая одна цитата, вельми такая уражливая, и это актуально, я дозволю себе целком ее зачитать. «Мужчина в старое время, да вероятно и теперь, любит во время спора с женой заявить: „Я хозяин“. Конечно, в старое время мужчине быть хозяином способствовала частная собственность, благодаря которой он главным образом и распоряжался всем имуществом – землей, постройками. Теперь частная собственность на землю отменена, и женщина по новому закону имеет одинаковое право с мужчиной пользоваться землей и всем остальным имуществом. Летом, самое тяжелое время, крестьянка должна накормить семью, присмотреть за скотом и вместе с этим жнет, убирает, нянчит детей и исполняет сотни других работ. А зиме, если заработка нету, то крестьянин обыкновенно знает одно дело – дать корм скоту, да и на печку, греть плечи. Крестьянка же зимой, когда муж задает храпака, день и ночь прядет, ткачет и шьет. Кто жил в деревне, знает, чтобы обшить и одеть семью своими руками, работа каторжная. Одним словом, женщина в крестьянском хозяйстве, как говорит пословица, и жнец, и на нудзе, и грец». Вы ведаете, я, до речи, это своим девчонным коллегам это на 8 соковика зачитывал, и шивал их. Ось, никто это... з них так еще не здекувався на свят. Кто-нибудь слезу пустил. Ну, сапраўды, и, до речи, это ось у книжки есть, его на вспомины. Там просто было мой выявлена справа 30-го года. Его показания, когда он был арештован по справе Союза вызволения Беларуси. Вот там шмат это цікавых, и досылаю до книжки, как это познайомиться, поглядеть. Ну и сапраўды я кажу, что вот, до речи, книжка про прищепу это уже другая. Первая книжка, авторство належит Игорю Акшевскому, это журналист, и он працевал в сельской газете. И ему пошанцевало более, чем нам, и в Водинах это означает, потому что он сустракался с розвитчами, с вояками и робил вспоминанное. Вам не довелось? Да, мне осталось только корыстаться этими вспоминами. Але я робил шмат заходов, как знайти родичев. Ну, там я нашел одну особу, але она там стриечная, ну и далекая. Але вот с дымки... Она про это ведает? Особо, конечно, я размовлял. У нас, до речи, есть это здымки Дмитрия Фольмовича Прищепова, там жонка и так увогуле. Гэтыя здымки были выявлены, это вот часопіс «Буря». У минулый раз я казал про то, что Дмитрию Фольмовичу пришло, не належала инициатива, але казал, что часопіс мой как бы знойдены, але еще не выявлено. Але вось на сегодняшний момент уже могу показать. А вось непосредственно сам Дмитрий Фольмович Прищепова, это подчас працы у Вележи. Старшиней поэтового выконкама. Как поэт выглядит некий. До речи, он писал. Он был у творчего осяроде письменнику, поэтов и писал. Але до нас его творы не зашли. Купала, напевно, забраковал их. Ну, там, калика по ширости, казать, там крыху іншая. Там, я у книги это означаю, что коли он был арештованный, то он был арештованный разом с рукописом. И вот там была некая, ну, некая повесть, которую он писал. Вот она как бы была знищена, до нашего часу не дошла. Так вот, на конт этих здымков, эти здымки, я казал, уже были выявлены у областном краязнаўчым музеі, и их передала дочка. И я робил заход, я писал на адрес дочке туды, ну, это в 80-м годе, наприканцы, и она досылала лист у Витебск. И материалами, так самую папку, его, как бы, наркома. А и зараз у России они жили. Да. Вось. И досылал туда лист, но але мне никто не отказал. Шкода, конечно. Ну, может, кто-то, вот книжка вышла, зараз прорекламуем и как бы разыдется, ну, может, кто. Может, информация дойдет. Не, да. Ну, почекайте, может, еще про некий час российская почта довязи ваш лист, и мы дочекаемся. Не, ну, я это уже давно досылал, але я хотелось все ж таки знайсти. Александр, ну, про гэтыя дзве, я так разумею, мы поговорили, але починали мы с того, что на подыходе еще... Третья некая книга. Ну, нам тут нашептал Денис Валерьевич, что будет еще хутка третья. Что там? Ну, какая тема?
Там мы разом с супрацовником Державного архіву Вітебской области Антоном Кивчем Юпатовым подарували книгу, и она присвячена керівникам Сенниччини, починаючи с 18-го. А, ну, знову Сенниччина. Ну, сумнівався. З 18-го года. Не, про Вітебск. Что тут писать? И до сучасності. Ось, книжка саправда унікальна, там 105 особ, які означали партийні і совєтські органи, як Сенинського повета, потом Сенинського району і Богушевського району. Тому що входив склад. Ось, книжка підрихтована, отримані рецензії, і зараз ось, потрібне фінансування, щоб цю книжку видати. Угу. Денис Валерійович, ну, вас радує ось така плодовитість нашого земляка? Ну, що ось книжки виходять, і ну, я так розумію, що доволі цікаво не тільки науковцям. Это вельми добре, я просто боюсь представить, что у него там в голове еще, какие планы, и сколько расписано на это и на наступный год. Тому тут, может, перспективы, треба будет особные эфиры робить по каждой. Але ведайте, я кажу, что вось, книжка Прищепова, это 5 лет мне не выходило книг. Я так даже, до речи, написал. А, что, 5 лет не было. Да, вы голодны до выхода книг, потому что я был сконцентрирован на диссертационном исследовании, и там писал диссертацию, оборонялся, и 5 лет, а пошняя книжка в 2017 году побачила свет, тому для меня это приемно, скажем так, что... Плюс еще зараз административная работа, все ж таки, я на оттягиваю, але при этом Александр вось рыхтует конференцию в Толочине, якая так само, я сподіваюся, будет значна, и якая уже приносит свой плон для в области. Дайте, догадаюся, у Друцк поездите. Так само, есть и такие планы. Александр, вось, коли скончатся темы по Сенниччині? Что еще вас может затекавить? Ну, ведаете, вот та же самая особа Прищепова, постать, она же, как особа Машерова, она разумела, что связана с Сенниччиной, але все ж таки, это агульнодержавная накерунок. Але Сенниччина – это то, что греет моему сердцу. Где б ни был, все одно, знову у меня клича родное сянно. Это слово Колесника. И так, правда, и мне бы хотелось все ж таки, есть и шмат тем, какие такие агульнодержавные, раскрывать про Сенниччину, и праца тут шмат. Але я завсёды готовы подтримать, долучиться до исследования Витебщины, Беларуси в Огуле. Это просто, скажем так, мы на Витебщине сконцентрированы, але ж пишется шмат артикулов не только по Витебщине. Гучить амаль як тост. Віншуємо з виходом книг і, ну, відомо, творчого пліону, і будемо чекати нові видання. Дякую за цікаву розмову і цікаві дослідження. Дякую. Ну что ж, до новых встреч с нашими гостями и с вами, телеглядачи наши поважанные. Але на проконце еще будет музычный номер. Сегодня это Илья Марков, Антон Голубев. С вами мы развитываемся. Покуль.